Всем огромный привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале «Атмосфера счастья». Очень рада всех вас видеть у себя в гостях. И сегодня видео будет про очень бюджетный шопинг из таких интернет-магазинов, как AliExpress, но не совсем интернет-магазин, да, с огромной всем известной площадки AliExpress и магазина Shein. Я вам покажу очень бюджетную, стильную, классную, красивую одежду, ну, по крайней мере, на мой вкус. И если вам интересно посмотреть, что я планирую носить этой осенью в начале осени и в конце лета, обязательно оставайтесь со мной. Начну, пожалуй, с AliExpress. Я сделала заказ очередной, это, наверное, третий мой уже заказ в этом магазине. Магазин называется Talever, и я уже неоднократно говорила, что одежда с магазина Talever, который находится как раз на AliExpress, у них одежда как будто бы фабричного производства. У них одежда очень много такой эксклюзивной, которую не встретишь на каждом шагу, и ее нет в каждом интернет-магазине, потому что они отшивают сами. И поэтому получаются вот такие крутые заказы. Согласна, что вот этот жакет зеленый, изумрудный, он, возможно, да, он встречается и на других сайтах, но качество, девочки, просто не к чему придраться. Конечно, я заказывала все на свои будущие параметры и прежние параметры. В принципе, я попытаюсь, конечно, все это дело на себе продемонстрировать, как это все дело смотрится на человеке. Но мне со дня на день рожать, а я тут, да, примерки устраиваю, вообще смешно. Итак, жакет по качеству просто идеальный. Я заказала его в размере S, и он идет без единой пуговицы. Рукава идут укороченные и присборенные по бокам. Материал здесь, скорее всего, полиэстер, подклад. Вообще просто идеальнейший, все супер-супер аккуратно, ни одной торчащей нитки, ничего. И я сейчас просто каждый день ношу данный комплект, и внизу то, что находится, вы видите, это платье. Это платье размера S, и посмотрите, да, как они круто сочетаются, мне очень нравится, как это все дело смотрится. Вообще у меня уже, видимо, настолько глаз наметан, что я даже, находясь в этом интернет-магазине, я уже подумала, что эти вещи будут круто с собой, с друг другом сочетаться. Платье выглядит вот таким образом. Это летнее платье. В принципе, в сентябре даже можно будет его носить. Но я его ношу сейчас вот каждый день именно в этом комплекте с этим жакетом. Как раз погода позволяет. Наконец-то у нас немножко прохладно стало. Платье отличное. Обязательно буду вставлять картинки вам, как это выглядело на сайте. Вы посмотрите, как это дело все смотрится на мне. Что касается фишек вот данного платья и сарафана, можно называть по-разному. Мне нравится то, что здесь толстые лямки, и можно спрятать нижнее белье. Мне нравится достаточно плотный материал, который не просвечивает. Мне нравится освежающая такая классная расцветка, которая многим подойдет. И подол у этого платья сделан интересно. Передняя часть, спереди она немножко укороченная, сзади немножко удлиненная. И, конечно же, самая такая фишка в том, что на талии находятся вот такие... Я даже не знаю, как это назвать, завязка. Можно завязывать, можно делать платье свободным, приталивая, присбаривая. В общем, сами себе контролируете вашу талию с одной только стороны. Смотрится, я вам скажу, это очень интересно, стильно, стильно, модно, молодежно. А что касается жакета, в принципе, да, как я вам сказала, идеальный жакет. И он на сайте в магазинчике Talever был в нескольких оттенках. Я специально подбирала под этот, ну вот, так скажем, да, такой комплект зеленый, и мне кажется, что мне зеленый цвет очень-очень идет. Следующий мой выбор тоже, мне кажется, просто обалденный, это попадание в десятку. Мой любимый стиль, я обожаю такие вещи, жакет в клетку, он смотрится здесь такого, знаете, прямого силуэта. На самом деле, если не воспользоваться вот таким поясочком, который идет в комплекте, он так и будет на вас сидеть, именно прямой крой. Но если вы хотите, конечно же, подчеркнуть талию, будет смотреться очень круто. И здесь тоже есть плечики, так же, как и в предыдущем жакете зеленом, тоже есть тонкие плечики. Мне плечики обязательно нужны, потому что у меня плечи свои очень покатые, поэтому это меня прям очень-очень радует. Тоже идеально все прошито, девочки. Не торчало ни одной нитки, никакого запаха не было. Плотная ткань. Я не скажу, что это какое-то прям пальто, но это скорее пиджак-пальто.
пальто, карманы приаккуратнейшие. Можно заметить уже, что здесь идут два ряда пуговиц. Есть одна скрытая здесь пуговица с внутренней стороны, чтобы аккуратно можно было одевать. И смотрите, внутри подклад вот этот, это, конечно же, полиэстер, это синтетика, но она прям такая плотная. Я даже утюжила, и она нисколько не сворачивалась. В общем, все идеально, девочки. По поводу качества, не к чему придраться. Если вы тоже любите такой стиль, если вы обожаете такие вещи, такие полуклассика, полукэжуал, наверное, стиль, вот, могу порекомендовать однозначно. Я вот от этого жакета просто тащусь, и это прям моя любовь. Ну и последняя вещица с магазинчика Talever. Это небольшая моя разочаровашка. Несмотря на то, что качество хорошее, плащ сам по себе неплохой. Ну, плащ, тренч. Мне удобнее называть плащ. Ну, возможно, кто-то меня поправит, скажет: Таня, это тренч. Называй вещи своими именами. Короче, плащ неплохой. И у него достаточно хорошая длина. У него пошив хороший. Материал плотный. Скорее всего, даже хлопок. Но я разочарована оттенком. Я разочарована цветом. Потому что на сайте он выглядел каким-то молочно-бежевым, спокойный такой пастельный тон. А на деле мне пришло что-то вот цвета хаки из раздела «Бери Шинель, идем домой». Ну, вот, какой-то вот такой непонятный цвет. Скажите, как вы считаете, мне идет такой, цвет или нет? В принципе, приличный плащик. Он мне нравится. Видите, хлястики здесь есть. Потому что в наборе идут два ремешочка, которые крепятся как раз-таки здесь, на рукавах. Ну и, конечно же, вот я вам нашла длинный ремешок. Идет тоже в комплекте. И... ну, я не знаю, стала бы советовать или нет, если вы, конечно, это то, что вы ищете, и вы видите, и вам нравится, можете заказывать, неплохая вещь. Но опять-таки, да, по поводу цвета, как-то меня оттенок именно этой одежды, цвет меня смущает. Ну, и ткань напоминает, знаете, какую-то такую мешковину, и с внутренней стороны здесь нет подклада, хотя, может, он и здесь особо и не нужен, потому что ткань плотная. Но вещь неплохая. Это был мой заказ с магазинчика Talever на AliExpress. Я обязательно оставлю ссылки и подпишу размеры, которые я заказывала. Теперь давайте перейдем к магазину Shein. И первое, что я вам покажу, очень-очень красивый топ в бельевом стиле. И я его подсмотрела у блогера, которую зовут Алла Анапка Мейк. Вот, я у нее посмотрела, на ней потрясающе просто смотрелся этот топ. И когда я его увидела в Shein, я не могла его не заказать. Он безумно красивый, и он мне очень идет, и вот этот опять-таки цвет красивый. Я вам скажу, что за 600 рублей, ну где-то 590 рублей, по-моему, стоимость была у этого топа, очень-очень даже неплохо. Конечно, здесь супер глубокий вырез, и это очень откровенная вещица. И, скорее всего, я его буду носить только под пиджак, под жакет черный. И, ну посмотрим, да, смотря какая у меня будет фигура там после родов. Ну, конечно же, девчонки, это 100% полиэстер, но ткань достаточно приятная к телу. Конечно, я уже не могла не померить такую красоту, и даже на живот свой натянула. Натягивается еле-еле. Размер я заказала себе, по-моему, М, и сшита она достаточно приличная. Даже бывает, что топы в бельевом стиле вот такие, у них не обработанные, неаккуратные края, здесь и края очень аккуратные, хорошо обработаны, и рукава обработаны хорошо, здесь, видите, даже прошита какая-то вот такая красивость добавленная, не знаю уж, как это назвать. Далее, по поводу вот этих кружавчиков и по поводу вот этого гипюра, он не неприятный, и он не колется, он приятен к телу, и в принципе, да, я не знаю, очень глубокий вырез, супер секси такая вещица, выточки есть, сидит красиво. Советовать могу, однозначно советую. Следующая вещица не совсем по сезону, но я ее не могла не заказать, когда увидела на сайте Shein. Это вот такая классная белая кофта. Я обожаю именно, если теплая кофта, то только вот такого фасона, свободного. Тут рукава чуть ли не идут, да, фонариками. И она такая красивая, она такая стильная, она уютная, теплая, она очень приятна к телу. И у нее красивая вязка.
кофточка. В общем, для меня вот все в этой кофте идеально. Возможно, кому-то может показаться, что кофточка достаточно короткая, она не будет прикрывать попу. Очень нравится, как сделан воротник. Размер этот one size, мне кажется, до 46-48 размера. Но опять-таки, да, учитывайте, что если у вас объемы большие, то объем еще заберет длинную, еще более короткая будет кофта. Но вот она прям крутая. Я обожаю такие вещи, буду носить с огромным удовольствием. Теперь ждать, когда же наступит холода. Дорвалась я на сайте Shein на супер красивые и очень женственные блузки. Ну, обожаю я на самом деле носить блузки и сочетать с разными юбками и брюками, даже джинсами скини. И вот первая блузка, которую вы видите на мне, я ее заказала на Shein как раз таки. Она стоила очень-очень дешево. По-моему, она шла и до сих пор она на распродаже висит. Полупрозрачная ткань, но она очень приятная к телу, несмотря на то, что, конечно же, это, скорее всего, 100% полиэстер. Очень аккуратно все было сшито. И радует то, что полупрозрачные только рукава и вот эта зона. Остальная часть, вот эта нижняя, она идет с подкладом, поэтому ничего не будет просвечивать. Очень радует. Ну и сама по себе, да, блузка красивущая, очень женственная. Вот, не знаю, мне вот нравится вот эта часть, как они там, воланчики называются правильно. Очень красиво они так пришиты. Они идут, вот видите, и со спины красиво здесь пришита пуговица, которую я забыла, по-моему, застегнуть. В общем, блузка замечательная. Цвет глубокий, насыщенный, бордовый. Мне очень идет. Нисколько не пожалела вот о том, что заказала такую блузку. Вторая блузка, на мой взгляд, не менее красивая, но в ней есть один минус. Это то, что она по сравнению с этой бордовой блузкой просвечивает. Поэтому нужно носить, скорее всего, если, конечно, вам позволяет дресс-код, можно просто на нижнее белье телесного цвета. Я, скорее всего, буду носить данную блузку с топом бежевым телесным, который у меня идеально сливается именно с цветом кожи. Вот, и буду чувствовать себя прекрасно. Если вдруг будете заказывать, имейте в виду, что ткань будет просвечивать. Но блузка сама по себе, конечно, красивая, красивущая. Очень нравится мне, как вот эта часть сделана. Как это называется? Жабо. Еще, девочки, один момент в этой блузке. Смотрите, очень красиво сделаны рукава. И я только гладила эту рубашечку, эту блузку, на самом деле. Вот, видите у нас что здесь? Немножко торчат нитки. Данную блузочку, если вдруг она вам приглянулась, тоже я могу порекомендовать. Она красивая. И размерная сетка, кстати говоря, часто меня спрашивают по поводу размеров. Размерная сетка на сайте Shein правильная. Когда бы, что бы я там не заказывала, размеры мне всегда подходят. Даже обувь. Я заказывала даже обувь. Идеально мне подошла. Я просто делаю свои замеры и смотрю их размерную сетку. По каждой одежде у них отдельная размерная сетка, так что вы не ошибетесь. Ну и опять-таки, читайте отзывы. Практически, наверное, под каждой одеждой были отзывы, были даже реальные фотографии людей. Там есть и негативные отзывы. Сайт Shein не блокирует негативные отзывы. Ну и по поводу талявер тоже могу сказать, что размерная сетка там тоже соответствует действительности. Следующее, то, что так и лежит в пакете, даже гладить мне это не пришлось, потому что, ну, вообще не мнется. Костюмчик спортивный, ну, такой полудомашний, полуспортивный костюм. Я думаю, что спортом, конечно же, заниматься будет жарковато в этом костюмчике, хотя, если вы будете, например, в каком-то очень холодном спортзале, в тяжелых условиях заниматься спортом, либо бегать на улице осенью, в принципе, неплохой вариант. И мне очень нравится фасон, потому что они зауженные к низу. И здесь идет плотная, такая плотная резинка. Написано pink. В принципе, никаких украшалок больше на штанах нет. Есть действительно такие хорошие карманы. И внутри она идет, вот эта ткань, с начесом, как будто флисовая. Поэтому имейте в виду, что для домашнего костюма, особенно когда еще не включают отопление и прохладно, либо, может быть, кто-то даже такие костюмы любит на прогулку носить с ребенком или не только с ребенком. Очень классный вариант. Сейчас покажу толстовку, верхнюю часть. Я заказывала 46 размер данной модели. Это размерчик M. У нас идет, видите, написано pink.
И неплохая тоже толстовка, особенно за свою стоимость. Меньше 1000 рублей вот этот костюм стоил. Поэтому мне кажется, что это прям супер-супер стоимость, супер цена для такого костюма. Если искали какой-то бюджетный вариант домашнего костюма, вот подобное что-то, можете присмотреться. Он очень теплый и он очень комфортный. Следующее, то, что я выбрала где-то на месяц сентябрь, наверное, для себя носить, это вот такой кардиган классный в клетку. Я не знаю, что со мной случилось, но я просто обожаю клетку. Крупная клетка, мелкая клетка, разноцветная клетка. Обожаю. Мне кажется, вот это такой жакетик-кардиган в стиле Шанель. Господи, это, наверное, громко будет сказано. Ну, в общем, неплохая тоже вещица. Очень теплая, но она идет без единой пуговицы, без единых застежек, завязок. Ничего здесь нет. Здесь нет, кстати говоря, подклада. Конечно, на мою беременную сейчас фигуру села как-то очень странно и смотрится странно эта вещь. Если прямая, обычная, нормальная у вас фигура, будет все это дело красиво, конечно же, смотреться. Опять-таки буду обязательно вставлять нормальные фотографии нормальных девушек с сайта, моделей. Смотрится классно. Единственное, мне бы хотелось, наверное, чтобы белый вот этот цвет, белое переплетение было более чисто белым, более белоснежным, что ли. Хотя, не знаю, может, в этом тоже есть свой плюс. А здесь вот этот цвет белый, он как будто застаренный. Но вещь неплохая, очень плотная. Как я вам сказала, подклада здесь нет, но все обработано очень достойно, неплохо. Я не скажу, что эта вещь идеальная, но она прям вот такая, на мой взгляд, стильная, универсальная и на все случаи жизни, поэтому носить буду с огромным удовольствием. Ну и последняя вещица, которую я заказала на сайте Shein для себя, это ветровка. Я на нее смотрела с зимы, хотела еще на весну себе заказать, наконец-то я это сделала на осень. Немножко разочарована качеством, не то что даже качеством, а плотностью ткани, потому что на сайте мне казалось, что это более плотная ткань, и ветровка будет более такая теплая. Она именно летне-весенняя, на начало осени, она очень-очень легкая, но все равно я о своем выборе не жалею, потому что она крутая, я обожаю такие вещи, она супер-супер-супер свободная, я вам 1000 раз говорила, что я обожаю свободные вещи, и это размерчик S, чтобы вы понимали, представляете, это размер S, и мне кажется, что он подойдет до 54 размера, точно он полезет, и я обожаю такие вещи, и мне очень нравится все в нем. Расцветка крутая, пудрово-розовая. Здесь мне очень нравится капюшон. Смотрите, какой он большой. Часто бывает, что на китайских сайтах заказываешь вещь с капюшоном, и вот этот капюшон вот так вот на тебя натягивается еле-еле. Здесь он покрывает просто вот всю голову, можно укутаться, накрыться и чувствовать себя прекрасно. Мне эта вещица понравилась, носить 100% буду. Вот. И в принципе рекомендовать тоже могу, если вам нравится такой стиль. По поводу доставки, сайты Shein, очень-очень частый вопрос. Бесплатная доставка у них есть, да, но она начинается от определенной суммы, по-моему, 2500 рублей и выше. Если у вас заказ, тогда вам оформляют бесплатную доставку. Приходит в мой город, в Йошкар-Олу, мне привозит курьер через 10, где-то 14 дней, максимум 2 недели. Я получаю свой заказ и все. Вот. Никаких проблем с Shein магазином у меня не возникало. И с Толевера мне, кстати говоря, прошлые мои заказы шли больше месяца. Вот этот заказ мне пришел тоже за 2 недели, где-то очень быстро. Теперь, что касается украшений. Заказала я себе серебряные украшения в магазинчике Seyusemi, который на Алиэкспресс находится. И это мой, наверное, 3-й или 4-й уже заказ именно в этом магазине. И я у них всегда заказываю серебро, и оно не теряет у меня вида. Очень долго я уже ношу и даже моюсь, купаюсь с ними, и кольца у меня не чернеют, не темнеют, в общем, да, никакой аллергии, ничего нет. Опять-таки, вот первое, то, что можете наблюдать на мне, не обращайте внимания, я вижу, что у меня там волосы распустились, в общем, да, видон не айс. Серьги крутейшие. Это серьги-гвоздики с очень крупными фианитами. И смотрится это просто мега женственно. И это самая такая классика жанра. Очень красиво смотрится. Я прям настолько довольна. Приходит все это в индивидуальных коробочках. Каждое изделие, вот каждая сережка были в отдельных пакетиках. Но у них всегда так. Вот. И не знаю, мне очень нравится, как это все дело смотрится. На самом деле серьги-гвоздики, это сейчас моя любовь. И я в основном именно очень мелкие серьги только и ношу. Следующее, то, что я заказала в этом же магазинчике, это набор колец.
И вот одно кольцо вы уже можете видеть, наблюдать на мне. Наборчик состоит из двух колец. Они у нас идут регулируемые. И я обожаю заказывать на самом деле именно регулируемые кольца, потому что никогда не прогадаешь. Если вдруг тебе не понравится то, что ты заказал, можно передарить человеку с большим размером пальцев или с меньшим диаметром. Вот. В этом наборе шли два колечка. Опять-таки, вот открываем коробочку, дальше поролоновая прослойка и еще одно кольцо лежит. Очень эффектно, очень красиво, но я вот второго кольца не стала надевать, потому что у меня здесь фианит, а здесь на колечке у нас кувшинка из серебра и жемчужинка белая. Красиво, просто мне кажется, до невозможности красиво смотрится. И внутри кувшинки, это черненое такое серебро, там есть маленький фианитик тоже. Смотрится круто, смотрится необычно, интересно. Опять-таки, кольца можно носить по отдельности, можно сочетать с другими кольцами, можно носить на разных пальцах, вот таким образом. Очень нравится, прям вообще не нарадуюсь на самом деле этому набору. Супер-супер женственный. И скажу честно, мне больше всего даже нравится их носить именно по отдельности. Следующее колечко, которое я выбрала для себя, я о подобном кольце мечтала очень-очень давно, хотела давно заказать. Это колечко в виде короны. Оно тоже регулируемое. Сейчас я вам покажу, как оно смотрится. Вот такое вот супер милое, супер няшное, еле заметное, но притягивающее взгляд кольцо, тоже серебряное, с черненными какими-то местами. Оно регулируемое. Еще я заказала себе подвеску, потому что она потрясающе выглядела на сайте, и она не менее потрясающе выглядит и в жизни. Опять-таки, оформление коробок, ну все точно такое же. Я не буду заострять больше внимания на этом. Оно увесистое, оно большое, оно шикарное, и оно со всех сторон. Откуда бы вы ни смотрели, оно просто наикрасивейшие девочки. Самое интересное, девчонки, если вот так по бокам внимательно разглядывать, это, конечно, прям очень мелкая, такая чуть ли не ювелирная работа. Мелкие-мелкие детальки здесь есть. Представляете, короны и черепа. Вот эта вся черепная тема, она совсем вообще не близка. Я не люблю ни украшения, ни футболки. Одно время было очень модно все с черепами носить. Я всегда как-то вот далека была от этого. Но здесь я выбирала, когда на сайте, я не увидела, потому что сверху смотрится просто как шикарное, дорогое какое-то украшение. И сзади в том числе. В общем, как ни крути, украшение выглядит потрясающе, на мой взгляд. И подвеска, я просто невероятно довольна. Она мне очень нравится. Ну и, по-моему, последнее, то, что я выбрала в этом интернет-магазине, это серьги. И серьги, мне кажется, очень крутые. Они вот как будто бы из цепочки сделаны, три части цепочки. Выглядит потрясающе, выглядит интересно, выглядит стильно, модно, молодежно. И опять-таки, это не крупные серьги, можно их и на работу носить, ну так, на каждый день. Поэтому сдержанные, красивые, серебряные гвоздики. Очень нравится, и заглушки у них тоже идут все в серебре, нет там силиконовых каких-то примочек или еще чего-то, все здесь из серебра, и 925-я проба, и опять-таки везде гравировка магазина с своими мелко-мелко-мелко, их можно еле-еле разглядеть. На этом я буду заканчивать данное видео, потому что все я вам показала, все свои шмотки новые, все украшения, все обновочки. Я на самом деле очень-очень довольна, буду ждать ваших комментариев, что вам понравилось, что вам не понравилось, что вы стали бы носить, что не стали бы носить. И, в принципе, вообще заказываете ли вы на таких сайтах, как AliExpress, Shein, заказываете ли вы серебряные украшения на AliExpress. Жду вас обязательно в комментариях. Всем желаю удачных бюджетных покупок, хорошего шопинга. И всем пока-пока, до новых встреч в моих новых видео.